Небольшой ликбез о том, как правильно складывать сухой костюм, не повредив при этом молнию. Складывать его в сумку. У нас у всех есть сумочки, которые идут в комплекте к сухому костюму. Кладем его на спину, берем за пояс, складываем пояс на грудь, затем ноги в коленках, коленки сюда же. Вот у нас мы сложили ее. Затем руки. Получается, молния как бы идет в окружность и не страдает, не сильно страдает при транспортировке. И все, это стягиваем. Получается, что молния не имеет нигде ни заломов, ни перегибов, ни скручиваний. Она идет по кругу. Тут ее уже можно спокойно трамбовать в этой сумке. Ничего страшного не случится.